Ну что, всех приветствую снова в CoinMaster. Давайте посмотрим, что у нас сегодня будет ждать. Вот здесь добавился новый пропуск, между прочим. Вот, поэтому сейчас будем пробовать проходить с лисенком. Тут все как надо. Опять же, ключи. Ключи. Есть у меня ключи? О, смотрите, есть один ключ. Давайте откроем. 20 сразу дали. И все на этом. Закончилось счастье наше. Ту-ту-ту. Так. О, молотки. Молотки. Это интересненько. А что у нас под молоточками? О, факелы. Ребята, факелы — это тема. Ну, мы, конечно, по-жирному здесь крутим. Конечно, если эти рожи выпадут. Блин, маловероятно, не хочется тратить на самом деле корм. Хотя у меня его 58, что жалеть. Я прям чувствую, эти рожи, конечно, будут сейчас выпадать, но много мы на них не заработаем. Возможно, сейчас по 150 опрометчиво крутить. Опа, а это интересно, это 1500 дадут. 1500. А мы еще и все три ямы вырыли. О. А, нет, 750. А, то есть там не по 10, да, дают, по 5. По 5, да? Золотишко. Миллиард. Мы даже можем сейчас что-нибудь отстроить. Пару построек сделать. Я так думаю. Почему бы нет? Так. До сих пор не смогли разработчики оптимизировать игру, чтобы это не вылезало. Да, смотрите, два символа 4, три символа 5. Вот это прикольно. То есть даже два символа выгодно собирать, в принципе. Если так вдуматься. Так, ну сейчас мы ключи раздобудем. Так, попробуем. Сколько нам? Один ключ дали, да? А у нас же здесь еще есть. Я вам тут на закусочку еще 4 шайбы отправил. Заценить. Ой, блин, 2500 бы сейчас выпало. Но миллион, кстати, тоже неплохо. Миллиончик. Миллиончик — это тема. Ну, давайте здесь возьмем. Карты все одни и те же падают. Ничего нового. Можно, кстати, по 250 попробовать. Покрутить. Как вы на это смотрите? В принципе, мне и не надо здесь каких-то излишеств. Мы спокойно крутанем по 250. Есть такой вариантик?
Блин, ну чё, предлагаете активировать, я думаю, да? Этого зверька, чтобы задания тоже шли. Ладно, давайте сейчас мы ему еще накинем здесь банок. Ну и просто жир, давайте. О, класс. Две штука. Обалденно. Ну все. Сейчас разгуляемся. Блин, жалко, новых не падает. К сожалению, фишек. Точнее, новых карт не падает. Ну ладно. Сейчас, я думаю, мы разгонимся. Нас там еще ждет, кстати, сундук. Сейчас я вам покажу, какой нас сундук ждет. Чтобы вы все прям кайфанули. Кайфанули. О! 150. Кайфанится сейчас. Только честно, смотрите, какой здесь сундук есть. Балдежный. Сколько он нам принесет? Ох, сколько он нам принесет. Смотрите. Может даже Джокера. Эх, не выпал. Там один к 25 шанс был. И не выпал, да? Слушайте, ну мы тут в новый сундук тоже нормально вливаем. Чё, лишним не будет? А как здесь посмотреть по ключам? Сколько я уже внес? О-о-о. Так, стоп. Чё-то не идет. Свиньи что-то не выпадают. Две штуки давайте. Блин. Ну или три. Я и готов и на три штуки. Ключики. Блин, это дразнит, дразнит. Ну, смотрите, мы, в принципе, можем сейчас такую ситуацию сделать. Зайти вот сюда. Я не помню, ключи выпадали, нет? Не, не выпадали. Ну и ладно, тогда заходим вот сюда. Так. О, видели? Выпала башка. О, ну тут сложно будет что-то сделать. Опа, дают шансы, прямо накидывают. Ага, давайте вот этот, 50 лямов, все. Мы можем прям еще дать жары. Ага, ну сейчас по чуть-чуть крутанем, давайте по чуть-чуть. Вопросов нет. Сколько надо? Сколько надо покрутить? Так, ну ладно. 25 алмазов. Прикольно. На приколе. Давайте по 150. Эх. Ну, там был шанс, в принципе, наверное, такой небольшой, но что выпадет. Но не выпало, ладно.
Зато ключ дали. Может, сейчас вращение дадут. Да, блин. Все, давайте. Заканчиваем. Начинаем открывать сундук. Фигня. Фигня. Так. Ну, по сколько тут можно? По 15. Так, стоп. Раз, два. По полтосу. Не выпал. Сейчас бы выпал бы полтос, мы бы выиграли. Ну, давай по 5 крутим. Если сейчас не выпадает... Так, 3. Нам 2 осталось. Одна свинья нужна. И все. И победа. Все, победа. Это прямо грац. 250. Ну давай. По 250 докручиваем и, наверное, все. Расходимся. Вряд ли тут 3 штуки выпадет, какое-то будет чудеса. Мы, конечно, до последнего крутим, верим, но нет, чудес нет. Ну что, на этом все. Последнее вращение. Чуть-чуть, молотки. Молотки нас еще держат. Ладно. А, ничего не дали. Или дали? Что-то дали. Все. Хлам. Вот теперь точно все. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Подписывайтесь. Ну, и увидимся.